дорогие ребята, уважаемые взрослые, очень рада вас приветствовать сегодня, таких красивых, таких нарядных, таких радостных, да, девочек и мальчиков, и родителей, конечно, замечательных. Какие же вы молодцы, что привели сегодня ребят на праздник. Я надеюсь, что вы всегда это делаете, всегда откликаетесь, когда вас приглашают, потому что это очень важно для нас, для всех. Неважно, какой мы национальности, мы народ единый, мы народ нашей страны, мы все одна большая семья. Я в этом уверена. Конечно, в преддверии Нового года я желаю вам счастья, самое главное, здоровья. Берегите друг друга, дружите с друг другом, будьте добрее друг другу, потому что мы во Владимирской области, ну вот это правда, у нас мы живем очень дружно, у нас очень много народа живет разного, и мы очень дружны. Я вас поздравляю вас с новым наступающим Новым годом, всем хорошего настроения, хорошего праздника, счастья, любви, здоровья.